Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. І традиційно о цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої найактуальнішим проблемам сьогодення, зокрема в юридичній сфері. В цій програмі ми піднімаємо найактуальніші питання з діяльності місцевих центрів системи безкоштовної вторинної правової допомоги, а ще поговоримо про право спадковості, актуальні проблеми, шляхи їх вирішення. Не забувайте, що ми працюємо в режимі прямого ефіру. Періодично на ваших екранах з'являтиметься номер телефону, за яким ви маєте пречудову можливість поспілкуватися з експертами, які вже є в нашій студії. Зустрічайте, будь ласка, заступника начальника відділу першого Миколаївського місцевого центру з надання безкоштовної вторинної правової допомоги Пазурчик Вікторію Дмитрівну, а також у студії адвокат системи безкоштовної правової допомоги Зінаїда Петрівна Садикова. Я вітаю вас, шановні гості, і дякую, що ви сьогодні з нами і готові розповісти нашим глядачам найактуальніші питання, пояснити з зазначеної теми. Але для початку давайте визначимо, в чому полягає безкоштовна вторинна правова допомога. Да, бесплатная вторичная правовая помощь – это правовая помощь, которая представляется для защиты прав человека в суде. Это социальный проект, который осуществляется правительством Украины, который гарантирует лицам эффективную защиту их прав и финансируется из государственного бюджета Украины. Какие виды правовых услуг можно получить в центре правовой помощи и насколько они действительно сегодня заявлены в нашем областном центре, где они находятся и насколько разнообразная как бы вот адресная система? Ну, виды, как в первую очередь, это представительство интересов в суде, также перед государственными органами государственной власти, местного самоуправления, перед другими лицами, плюс составление документов процессуального характера непосредственно в суде по ведению дел. Про адреса мы обязательно скажем, но в конце программы мы обозначим, куда можно обращаться. Между тем, кто имеет право на вторичную помощь? Бесплатно. У нас законом про бесплатную правовую помощь предусмотрена категория лиц, в которые имеют право на бесплатную вторичную правовую помощь. Это лица, совокупный доход семьи которых меньше уровня прожиточного минимума. У нас для трудоспособных это 1378 гривен, для нетрудоспособных это 1074 гривны. С 1 мая у нас размер минимальной заработной платы повысится, и, соответственно, граничные суммы будут повышены, все больше и больше граждан смогут получить бесплатную вторичную правовую помощь. Это по первой категории. Также следующая категория – это инвалиды, которые получают пенсию или иную помощь. Их минимум не должен превышать 2148 гривен. Также дети-сироты, лица, задержанные за административные правонарушения или которым применен административный арест. Также это у нас лица, на которых распространяется действие закона Украины про беженцев, это лица ветераны войны или на тех, которых распространяется закон о статусе ветеранов войны. Также те лица, которые имеют особые заслуги перед Украиной, лица, в отношении которых суд рассматривает дела об ограничении их дееспособности или признании их недееспособными. Также лица, которые согласно уголовно-процессуального законодательства являются задержанными, лица реабилитированные в соответствии с законодательством Украины и лица, в отношении которых суд рассматривает дела о психиатрической помощи в принудительном порядке. Понятно. Какие же документы надо предоставить Центр правовой помощи человеку, который хотел бы обратиться? Человек, который приходит к нам в центр, заполняет заявление, обращение, в котором указывает конкретно, что, какую помощь он хочет получить, описывает кратко ситуацию. Также он должен предоставить документ, подтверждающий одну из определенных категорий, которые я выше обозначила. То есть, как правило, в основном, это изначально это паспорт, идентификационный код и подтверждающий категорию документ. Если мы берем малообеспеченных, то там справочка о доходах. Если это инвалид, то это довідка, справка МСЕК подтверждающая и подтверждающий доход. Если это участник боевых действий, то удостоверение участника боевых действий. То есть вот в таком порядке.
Спасибо. Шановні друзі, я знову хочу звернутися до вас. Не забувайте, що ми працюємо в режимі прямого ефіру. У вас є причудова можливість зателефонувати, поставити своє запитання за номером, який ви зараз бачите на екранах. Сьогодні ми говоримо про вторинну, безкоштовну правову допомогу. І якщо ви почули, що, можливо, саме ви маєте можливість отримати саме таку допомогу, телефонуйте, певні нюанси саме можна узгодити зараз з нашими експертами. Між тим, далі ми говоримо про те, яким образом осуществляється інформування і доступ населення к правовой помощи центра? Как непосредственно можно получить эту помощь? Мы систематически проводим информирование граждан, так называемые флешмобы, в людных местах. То есть мы раздаем буклетики и информируем граждан о работе центра, какие виды услуг мы предоставляем, как получить этот доступ. В буклетах указана контактная информация, где нас найти, как можно, мы это часто проводим, то есть это несколько раз в месяц, как правило. Вот, также с февраля месяца 2016 года мы в нашем центре проводится скайп-консультирование. Мы ввели новый такой проект, то есть, чтобы как можно больше людей, которые находятся, проживают в отдаленных населенных пунктах, смогли получить доступ к консультации бесплатной правовой помощи. Скайп-консультирование. То есть у большинства людей имеется дома интернет, выход в интернет и компьютер. Каждый человек может выйти в интернет и позвонить нам. Мы проводим скайп-консультирование каждый второй, четвертый четверг с 14.00 до 17.00 и получить ответы на свои интересующие вопросы. Также мы предусмотрели для тех категорий или для тех лиц, которые не имеют интернета, не имеют возможности через компьютер с нами связаться, да, мы заключили соглашение, меморандумы с библиотеками на базе города Николаева, города Очакова и Николаевской области. С Новоодесским районом мы работаем, Березанским, Николаевским и Очаковскими районами. На базе этих библиотек, с которыми которые оснащены скайп-связью, каждый человек может прийти в библиотеку и уже из библиотеки позвонить по скайпу, и мы сможем непосредственно рассказать информацию о центре, либо уже ответить на интересующие вопросы конкретно. Конечно, да. У нас есть тоже конкретный вопрос, давайте выслушаем нашего зрителя. Алло, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, на заводском районе существует бесплатная консультация? И как вообще связаться? Я вот тут слышала кусочек вашего разговора. У вас, наверное, есть какой-то скайп или что-то. Конечно же, есть, только что мы об этом говорили. Я просто не слышала, я выключила телевизор. Конечно, оставайтесь с нами, обязательно в конце нашей программы будут выведены все контактные номера телефонов, адрес, где можно получить такой вид помощи. Но непосредственно в заводском районе есть? Да, вот как раз сегодня с нами в студии, сегодня адвокат из числа заводской консультации, юридической консультации заводского района, вот, Елена Петровна Садыкова, которая имеет опыт работы в юриспруденции 35 лет, вот, и она работает на контрактной основе с нашим центром, и у нее тоже можно получить бесплатную консультацию. Можно даже здесь, у нас в эфире телеканала «Николаев», потому что это прямой эфир. Между тем, Зинаида Петровна, вы знаете, о вторичной правовой помощи мы слышим не впервые. Во всяком случае, сотрудники центров николаевских постоянно приходят в наш эфир, рассказывают. Как вы видите, насколько сегодня народ понимает, что можно пользоваться таким видом услуг, и насколько люди понимают свои права и, ну, собственно говоря, варианты реализация каких-то проблем? Ну, люди, конечно, уже знают уже об этом. Уже знают, центре. Это радует. Да, они приходят, и они, и у нас, если кто бывает случай, люди не знают, говорят, что вот мы придут к нам в консультацию, мы говорим, есть такой центр, мы сами направляем малоимущих, потому что мы, они к нам приходят, бывает, и не могут оплатить те услуги, которые там, ну, им должны быть представлены. Поэтому мы еще направляем. Поэтому сейчас я считаю, что люди уже знают, это уже расширилось и пользуются многие. Это очень радует на самом деле. Ну а второе, радует то, что сегодня сотрудники центров идут на всяческие, знаете, такие вот маневры для того, чтобы привлечь и чтобы контакты были удобными. Ну и так, все же, куда необходимо обращаться для получения бесплатной правовой помощи? Именно сейчас вот мы выведем на экран ту необходимую информацию, ну а специалисты нам, конечно, расставят акценты. Да, первый центр Николаевский у нас находится по адресу город Николаев, улица Образцова, 4А/2, и контактные телефоны это 47-20-90, 47-20-91, скайп и электронная почта.
Пожалуйста, обратите внимание, в конце нашей встречи мы опять дадим вот эти реквизиты. Если есть желание, если есть проблема, обращайтесь. Конечно же, сегодня можно радоваться, что государство дает возможность пользования бесплатной юридической помощью. Мы на пути евроинтеграции, и, возможно, именно это один из таких моментов, которые, ну, облегчит и делает более качественно нашу жизнь. Вот скайп-адрес, тоже можно по этому адресу обращаться, это как раз то, о чем говорил наш эксперт. Итак, мы переходим ко второй части нашей встречи, мы говорим о правах наследования. Опять-таки я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, периодически на ваших экранах появляется номер телефона, звоните, пожалуйста, мы ждем общения с вами, дорогие зрители. Итак, что такое право наследования, Зинаида Петровна? Право наследования – это переход прав и обязанностей от одного человека, умершего, к другим, другим лицам, наследникам. Ну, у нас существует несколько видов наследования. Это наследование по завещанию и наследование по закону. Ну, подробно об этом я могу изложить, если это интересует. Как происходит открытие наследства? Это очень важно на самом деле, и там столько много нюансов всяческих, и в принципе каждая ситуация, мне кажется, она индивидуальна, да. Но тем не менее мы можем очертить общие тенденции. Ну, открытие наследства происходит. Ну, во-первых, время открытия наследства – это или смерть человека, или решение суда, вступившее в законную силу, о признании его умершим. Это время открытия наследства. Считается по закону. Но место открытия наследства – это место постоянного проживания умершего или же место нахождения его имущества. Но вообще практика у нас идет, практика идет по месту регистрации обычно. Считается место открытия наследства, регистрации человека. Какой период времени может пройти после смерти человека, когда внедряется уже в силу вот этот процесс? Ну, по закону у нас строго 6-месячный срок, нужно обратиться с заявлением в нотариальную контору о принятии наследства. Ну, там есть исключения, это дети несовершеннолетние, и могут нетрудоспособные, им достаточно, ну, сам возраст это говорит о том, что они уже считаются принявшие наследство. Ну, поэтому 6-месячный срок, это очень полгода. Важно обязательно, полгода. Да, нужно обратиться к нотариусу. Очень важен вопрос, кто имеет право наследования? Ну, у нас два вида, я повторяю, наследования по завещанию и по закону. Если есть завещание, которое любой гражданин может составить в нотариальной конторе при предоставлении документов, ну, личность удостоверяющая и идентификационного кода. Это завещание. Если завещание отсутствует, то у нас идет наследование по закону, которое, ну, предусмотрит там очередь. Давайте рассмотрим непосредственно наследование по закону. Ну, у нас по закону существует очередность, 5 очередей. Значит, первая очередь – это ближайшие родственники, это супруг, дети и родители. Если таковые отсутствуют у умершего, тогда вступает вторая очередь – это баба и дед, и братья и сестры. Если, опять же, второй очереди наследников никого нет, тогда родные, тетя и дядя. И третья очередь – это лица, это уже относительно новое, это лица, проживающие одной семьей с умершим не менее 5 лет на день смерти. Но это нужно доказывать только судом, потому что нотариус такие обязательства на себя не может взять. Конечно. Это только судом. И шестая очередь наследников – это до 6-й степени родства, родственники, которые подтверждают свое родство актовыми записями. Это проверяется нотариусом. Спасибо большое. Шановні друзі, я знову хочу звернутися до вас. Не забувайте, що ми працюємо в режимі прямого ефіру. Сьогодні ми говоримо про права наслідування. Знаю, що ця тема викликає багато розголосу, і у кожного є такі маленькі запитання, якщо людина стикалася саме з цим процесом у своєму житті. Телефонуйте, сьогодні в нас працює в студії адвокат, і ви можете отримати саме для вас індивідуальну консультацію. У нас є на зв'язку глядач, і ми вас вітаємо. Говоріть, будь ласка, доброго дня. Алло, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Доброго дня. Так. Я это самое. Это не зарубить, так? Мы вас слушаем. Говорите просто громче немножко. Меня это самое. Бай мамы. Мама была депутатом 20-го. В общем, мама умерла, я наследовала ее земельный пай, 7 гектар. И арендатор не составил договор. Дурил меня. Я трепанация черепа делали.
я болела сильно, чуть не умерла. А он мне не заплатил. За 14-й год сказал, у меня не урожай. За 15-й тоже сказал, я заплачу вам в 15-м году. И уже во 16-й год он не отвечает ни на звонки. Я звонила, просила помощи на горячую линию. Мне что-то ответили, что не было договора. Ну так договор был у нас за какой? За 13-й, за 14-й год. Он говорит, он автоматически переходит. Понятно. Не состоял, а я не состояла. Я первая группа, я лежачая. Понятно. Что делать, да? Вопрос к адвокату, что мы можем... Я его заставлю, чтобы он мне заплатил. Так, спасибо большое за ваш вопрос. Как значит, я поняла, если договор там раньше был, и он как бы продлевается, да, он считается продлевается автоматически, так. Не нужно перезаключать. Но тут нюанс в том, что он не хочет платить. Да, его нельзя. Здесь, конечно, судебное дело. Это нужно этой женщине обратиться в суд, как-то оформить или доверенность, чтобы ее кто-то представлял, раз она не может, и обращаться в суд о взыскании с него того, что положено ей по этому договору. Женщина говорит судебное о том, что дело. Она инвалид, то есть она может обратиться. Обратиться к нам в центр, она вот как раз она может в центр. Если она, как она сказала, что она лежачая больная, то есть мы осуществляем выездные приемы. Мы сможем приехать к ней домой, оформить все документы и назначить ей адвоката для помочь для человеку дела. Конечно, можно. Да. Итак, можно. Уважаемая зрительница, дождитесь конца нашей программы. Мы опять выдадим на экран реквизиты, запишите номер телефона и свяжитесь с нашими экспертами. И очень хочется, чтобы на самом деле ваша ситуация вошла в правовое поле, и чтобы всем было хорошо. Напоминаю опять, что мы работаем в режиме прямого эфира. Пожалуйста, звоните. Мы ждем ваши вопросы. Мы сегодня говорим о правах наследования. Вот номер телефона, по которому вы можете связаться с нашими экспертами именно сейчас в прямом эфире телеканала «Николаев». А мы продолжаем наш диалог и поговорим о особенностях принятия наследства. Это тоже очень важный такой момент. Но особенность – это то, что есть лица, которые принятие наследства… Могут отстранить, вернее, от принятия наследства. Не просто по родству там, или по очереди, или по завещанию, но есть перечень лиц в законе, которые могут быть отстранены. Это лишившие жизни наследодателя, лишенные родительских прав или устранившиеся от содержания беспомощном состоянии человека преклонного возраста. Но это тоже этот пункт судом определяется. Угу. Вот. Все, что не входит в состав наследства, еще есть. Не просто. Это личные неимущественные права, членство в объединениях не входит, алиментные пособия. И поэтому здесь вот эта особенность та, что вот такие, как некоторые виды обязательств, тоже не входят в права наследования. Спасибо большое. У нас снова на связи зритель. Алло, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. У меня к вам такой вопрос. У меня в доме, в квартире, приписано 8 человек. Внучка, трое ее детей и дочка. Дочка уже 16 лет не живет, живет в Италии. Как мне их выписать? У дочки есть квартира, у внучки есть квартира. Понятно. Можно. Можно, это все решаемо. Даже без их присутствия? Только судом. Так, давайте дослушаем вопрос. Говорите, пожалуйста. Еще одно. А как мне выписать дочку? Она не живет у меня здесь. 16 лет уже, она живет в Италии. Да, можно, все решается судом. Единственный нюанс, дочка, если она собственник части квартиры, тут вот этот нюанс, какое правовое положение квартиры, тут, конечно, сложнее. Но если человек не живет 6 месяцев и более в квартире, судом, пожалуйста. Автоматически можно? Не автоматически, оформлять в суд исковое заявление у адвоката, как положено. Да. Даже без его присутствия человека этого. Да, есть процедура, дважды повторяется вызов, на третий можно через газету сейчас ввели новшество законодательства, и, пожалуйста, суд принимает такие решения. Угу. То есть, опять-таки, определитесь в форме наследования или права собственности, да. Насколько человек, ваша дочь имеет право на квартиру. Ну, а там уже можно обратиться, опять-таки, к нашим экспертам, и какие-то нюансы можно уточнить. Напоминаю, что у нас есть еще немножко времени, звоните обязательно, ну, а мы продолжаем. Итак, говорим о последствиях пропуска срока принятия
семейное наследство. Да, последствия срока, конечно, очень серьезные с пропуска. Значит, если в 6-месячный срок человек не обратился, тогда ему нужно, нотариус откажет ему в выдаче документа, ему придется опять же обращаться в суд, но не просто, ему надо доказывать уважительность причины пропуска срока. А уважительность считается причиной, это болезнь, подтвержденная документами, или же командировка, там, выезд за границу, тоже подтвержденная документом, а просто незнание закона или другие какие-то обстоятельства судом во внимание не принимается. Поэтому это серьезный вопрос, и поэтому всем рекомендую обращаться все же в 6-месячный срок, чтобы потом можно и лишиться, так сказать, права. Это серьезно. Полгода есть время для того, чтобы подумать и принять определенное решение. У нас снова есть звонок, и снова мы обращаемся к нашему зрителю. Алло, мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте. Я хотела бы узнать вот такой вопрос. Я являюсь наследницей, дочка, родители умерли, квартира у меня наследует после смерти родителей. Я хотела бы узнать, какие документы выдаются после вступления моих прав в наследство. Вот такой нюанс. Если раньше, знаю, вот приватизировано, когда квартира выдавала свидетельство, и сзади идет второй листик, регистрация, прошивается, это все подписывается, печать и так далее. На сегодня я вот видела у людей, просто обычно второй лист меня интересует, свидетельство о праве наследования есть, а вот как регистрационный, наверное, лист правильно назвать это. Да, сейчас, да, немножко другая процедура. Свидетельство обязательно получается, как документ нотариус выдает о праве на наследование или по закону, или по завещанию, и нотариусы сейчас наделены полномочием сами проводить регистрацию. Единственное, что раньше действительно были такие вот на специальных бланках регистрация, сейчас это как бы упростили на простом, обычном, почему-то так ввели в белом листе, нотариус вот это осуществляет регистрацию. На отдельный, и все. Вот, никакого бланка специального нет. Ну, так вот у нас новшество законодательства. Пока так, да. Спасибо большое за ваш вопрос. И, Зинаида Петровна, самый главный, возможно, один из главных вопросов нашего эфира, как оформляется право на наследство. Последний вопрос, и он, знаете, ну, такой. Как? Ну, значит, оформляется, но я говорю, надо идти, обязательно идти к нотариусу, к частному или государственному, сейчас любому, с паспортом и идентификационным кодом подавать заявление о принятии наследства. Заводится наследственное дело, и потом человек получает направление от нотариуса, там проверяется наличие наследственного имущества, запросы в БТИ, банковские счета, ну, у кого что. Все это в течение 6 месяцев. Проверяет нотариус наличие других завещаний по всей Украине. Этот срок дается для того, чтобы успели все наследники обратиться с заявлением. И после 6 месяцев уже человек опять приходит к нотариусу и получает свидетельство о праве на наследство или по закону, или по завещанию. И регистрирует нотариус его в регистрационной палате. Такой порядок. Вот срока на получение свидетельства как такового нет. Если в течение 6 месяцев человек должен обязательно обратиться, то вот уже получать он может, там срока нет. Он может главное заявить, а получать уже, когда ты там пожелаешь, можешь уже потом саму. Ну, лучше, конечно, получать, потому что это правоустанавливающий документ. Конечно же. К сожалению, время нашей встречи подходит к завершению. И как мы обещали, давайте еще раз заявим адреса, контактные номера телефонов, где можно получить консультацию относительно получения вторичной бесплатной правовой юридической помощи. Первый центр бесплатной вторичной правовой помощи находится по адресу: город Николаев, улица Образцова, 4А/2, контактные телефоны 47-20-90, 47-20-91. Скайп-консультирование проводится каждый второй и четвертый четверг месяца с 2 до 5 часов. Спасибо большое, дорогие гости, уважаемые эксперты. Я очень хочу, чтобы действительно хоть кому-то вот наша встреча помогла сегодня. Если будут вопросы, обязательно обращайтесь. Ну, а мы ждем вас в следующий раз с очередной порцией советов. Спасибо большое. Спасибо. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Бувайте здоровими, красивими, щасливими. І дивіться телеканал «Миколаїв». До зустрічі в ефірі.